Доброго здоровья всем. Это горят опилки. Сейчас из пылесоса, который подключен к циркулярной пиле, высыпал туда бак этих опилочек. Смотрите, как паяльная лампа. Это все котел. А поп, до того он мне нравится вообще. Все в нем горит нафиг. Кроме мха сухого. Мох сухой не горит, не хватает. Вот. Горелочка. Пелетрон стоит, но все, больше я не буду снимать о ней ничего. Потому как прекращаю ей топить, стало очень дорого. Не потому что она плохо горит, а потому что стали пилеты дорогие. 7-800 тонна. И поэтому мы решили, сейчас как раз сделаем техплан на дом. Основной источником отопления указать электрокотел, короче. А пилеты просто немножко будут как бы в запасе, если там света не будет, и туда-сюда, чтобы подтопить можно было. Вот, если вдруг зимой свет отключат. Вот. А так уже все дорого стало. То есть уже не имеет смысла возиться вот с пилетами, как бы. Разница вообще крошечная, небольшая по сравнению с электроотоплением. Да плюс у нас еще будет, если все нормально, техплане укажут, у нас будет льгота как многодетным. Вот. Вот. А пока что вот холодина. Все. Не лето какое-то, а я не знаю что, осень какая-то. Сейчас опять дождь идет, дома влага. Уже несколько дней, блин. Вот она горит. Видите, уже труба вот эта, которая внутри, так сказать, для ноздрей котла прогорела. Вот она отслужила 3 года, наверное, да? Или 4, или нержавейка. Видите, вот там белое такое. Это прогорела труба. Вот. Топили мы пилетами. Надо будет где-то... Ну, это... Теперь-то что? И так сойдет, короче. И так сойдет. Вот. Запчасти здесь закольцую. Отсеку кранами как бы. Это я не сделал. Забыл, блин, когда вот это отопление делал. Отсечь этот котел твердотопленный. Сейчас я все купил. Нынче я все это сделаю. Вот, тут с баком опять. Оказывается, тут давления не было. То есть, ну, решил просто проверить. Там вообще ничего нет. Накачал. 1,4 давления. Вот, сейчас все ровненько держит. И даже теперь у меня проблема была на кухне. Две батареи рядом большие. И одна другую забивала. То есть... Ну, или, то есть, одну не продавливала, получается. Сейчас это давление вот 2 атмосферы, как бы, и все, там продавливает. Вот. Но с опилками какая? Не, тоже надо ходить сюда и так делать. Они больно-то не осыпаются сами, как пилеты-то. Вот так сделать. Все, и дальше. Ну, это тоже. Горят, короче, все горит, говорю, в этом котле. Все, пенопласт тут сжег, все. Пластмассу. Игрушки детские всякие там поломанные, да всякие разные, короче, все сюда. Конечно, немножко подзасрал его, как говорится.
Ну, потом все это чищу. Вот. Посмотрим еще. Вот, видите, осыпал, уже не так светится, как бы. Сейчас наберет опять обороты. Моя паяльная лампа. Так. Всего доброго.